хотел сохранить бюджет семьи, а в итоге потерпел убытки. Дальнобойщик из МИАСа должен заплатить крупный штраф за то, что устроил несанкционированный пикет. Руководствуясь статьями 29.10 и 29.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, постановил на основании части 2 статьи 22 Кодекса об административных правонарушениях Матвеева Николая Николаевича подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей. Николая Матвеева осудили по статье нарушения установленного порядка организации митинга и демонстрации. Согласно материалам дела, мужчина решил поддержать всероссийскую акцию протеста дальнобойщиков против платы за проезд по федеральным трассам. И через весь город МИАС от выезда на Карабаш до трассы М5 прошли большегрузы с плакатами против системы платной трассы. Я считаю, это лучше, чем водители выйдут толпами с монтажками на улицу. А все идет к этому. Основная претензия следствия к Матвееву состояла в том, что он заранее не уведомил о митинге администрацию города. Но мужчина, несмотря на наказание в виде штрафов 20 000 рублей, намерен и дальше отстаивать права дальнобойщиков на бесплатный проезд по дорогам.